И последняя рыбка готова. Поймать на рыбалке 10 килограмм рыбы. Выполнено! В этом видео мы начинаем. Да-да-да, только сейчас я начинаю прокачивать Battle Pass. И мы успеем с тобой еще забрать все награды, включая финальную награду. Бэтмобиль. А еще, конечно же, розыгрыш. В общем, погнали. Хорошо горит. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем выживать на Барвиха РП. Мороженку скушаем. Еще одну. Хот-догом это все шлифанем. Добавим салата. Абасрин готов. Ну и, конечно, продадим рыбу. И еще одно задание Battle Pass'а выполнено. Пополнить сытость в закусочной. 3 награды. 20 тысяч рублей, 20 коинов и рулетка старт. Шикарно. Начало блинчики положено. И как положено, для начала розыгрыш. Все, что тебе надо для участия, это быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий, в котором ты укажешь свой игровой никнейм и сервер, на котором ты играешь. И уже в понедельник, если рандом выбирает тебя, 500 косарей падает тебе на счет. Ну а теперь давай вернемся все-таки к сезону, к Battle Pass'у. Уже прет вовсю, 14 дней, 7 часов осталось. То есть прошло уже больше половины, ничего страшного. Ёп, за 149 рублей покупаем, нам разблокируются вот эти задания под паутинкой, которые, да? И чё? Ну и все, ёп. Грубо говоря, за 10 дней можно успеть выполнить его. Если не торопиться, тогда все задания прям в день не надо выполнять. 20 левелов, конечно, нам прям сейчас накинут. В общем, это шикарно. Конечно, ты всегда можешь приобрести за 6000 коинов сразу весь сезон. Но честно, я тебе не рекомендую. Да ну нафига? 149 рублей, и ты легко его выполнишь. С минимальным игровым временем. Я все сезоны так всегда проходил. Погнали. Перезаходим в игру. И вот здесь магазин Донат X3. Харди Диксон. Выбираем сервер. Мой центральный. Сумма 150 рублей. И перелетаем вот на такое окошечко. Если у тебя такой же глюк, как у меня, мужчина закрывает с собой все виды оплат, кроме ВМЗ. Просто нажимаем вот на эту кнопку. Донат. И здесь уже нормально высвечивается окошко, да? Заново вбиваем Харди Диксон, сервер, рубли и выбор. Банковская карта. Вуаля, ёп. Так, смотрим. И где сезон? Нет сезона. Почему? Потому что надо нажать донат и обновить игровой баланс. Та-данс! 450 коинов мои. Покупаем сезон, ёлпалы. Поздравляем, вы успешно купили бонусы Holiday Pass за 449 коинов. Спасибо, бомжи, блин! Задания номер 5 и 6 разблокированы, ёп. И куча халявной награды. Плюс 20 левелов. 15 тысяч рублей, отмычка. Слушай, нам все это надо. Металл. Серебристый цвет окрашен, блин. Ты понял, чё? Посмотри. Класс, да? Тачка реально цвет поменяла. Мы ее в течение сезона реально, ёп, собираем. Кибербак. Монет сторон. Эта шняга нужна, чтобы проходить задание Бэтмен Джокер, да? Еще 20 тысяч. USSR рулетка. Экспинг. Если ты не в топ вкачен, все это, конечно, класс. Еще бабки. Открытый люк для автомобиля. Дерево, блинчики. Донатные коины. Золото. Еще 25 тысяч бабла. Опыт. И он. Костюм Бэтмена. Двери на автомобиль. Еще 25 косарей. И 30 золота. Вообще чикарно. Теперь давай посмотрим. Костюм номер 220. Использовать. Ёлы-палы. Мужчина в латексе уже здесь. Берегитесь, блиночки. Все берегитесь.
я могу и подкрасться. Плащ развивается. Стоять. Давай откроем сразу рулеточки. Ну давай. Давай Ламборджини, блинчики. Ну, КамАЗ тоже ничего. Ха-ха-ха, грязь, да? Ее можно использовать в новой работе. Слушай, да ладно, она немного стоит, мы ее купим. Поэтому продаем государству. Газель бизнес. 180 тысяч рублей. И открываем сразу еще одну рулеточку. Я из нее доставал самое крутое, это бабло. В основном всякое дают говно. Да ладно, чё, серьезно? Вам суперприз, ёб. Автомобиль, ВАЗ 99. Давай посмотрим. Чё-то нету его тут. Так, а это чё? Еще ключик. Ой, вот эту рулеточку я люблю. Здесь как бы всегда отбивается, да? В основном всегда дают нормалды. О, бабосик. Так, я не понял, где моя машина? Вот она, красавица. УАЗ-21099. Загружаем ее. Мдя. Это, конечно, не Бэтмобиль, но тоже сгодится. Барвиха давно нуждается в своем герое. И герой пришел. Бойтесь, бомжи, бандиты и всякие негодяи. Мужчина на 99-й уже выехал патрулировать улицы этого города. Ёлы-палы. Вандерс будем устраивать. Ха-ха-ха-ха. Грязь. Подарить 15 тысяч рублей. Ерунда. Победить в дуэли 2 раза. Мдя. Вот тут уже может возникнуть сложность. Почему? Тупо не будет людей и приплыли, да? Поэтому, конечно, такие задания лучше выполнять с утра. С утра реально гораздо больше актива по заданиям Battle Pass. Под вечер уже фигово. Ну или еще круче. Если у тебя есть корефан, договорились и быстро выполнили. Поэтому мы перелетаем носить гуамно. Но это уже совсем другая история. Да и вообще сомневаюсь, что тебе интересно смотреть, как я буду сейчас носить какашки. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Качай Барвиху по ссылочке в описании. Вводи мой промокод, ну и участвуй в розыгрыше. Погнали дальше качать этот Battle Pass. Пока-пока.